На телеканале «Беларусь 4 Гомель. Новости спорта» в студии Максим Савин. Здравствуйте. Виктория Шимановская покидает гандбольный клуб «Гомель». Со следующего сезона линейная будет защищать цвета тольяттинской «Лады». Новичка представила пресс-служба российского клуба. 25-летняя белоруска станет первым легионером в стане команды за последние 5 сезонов. В «Гомеле» Виктория Шимановская провела 6 сезонов. За это время вместе с командой она трижды стала чемпионкой Беларуси и столько же раз побеждала в кубке. В нынешнем сезоне линейная сборная Беларуси стала самой результативной в составе «Гомеля» – 159 голов. И в итоговом списке бомбардиров чемпионата она располагается на 4-й позиции. Виктория Шимановская проведет в составе «Гомеля» еще 2 поединка в финале 4-х Кубка страны. К «Ладе» гандболистка присоединится после отпуска. В Гомеле сегодня завершились чемпионаты первенства Гомельской области по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходили на гребном канале в Якубовке. В обоих стартах приняли участие около 260 человек. В первенстве состязались юноши и девушки 2004-2005 годов рождения. Из лучших гребцов сформируют сборную области, которая примет участие в спартакиаде школьников. Она пройдет в Гомеле с 12 по 14 июня. В чемпионате соревнуются взрослые спортсмены, а также молодежь. Сильнейшие гребцы сейчас отсутствуют. Они целенаправленно готовятся к чемпионату Беларуси и первенству среди юниоров и молодежи до 23 лет. Оба старта пройдут с 29 мая по 2 июня на гребном канале в Заславле и будут главной репетицией перед вторыми европейскими играми. Вот то, что касается юниоров и молодежи, мы на прошлой неделе провели первенство в Гомельской области, где уже команда отобрана для участия также в первенстве Республики Беларусь, которое состоится в одни сроки с чемпионатом Беларуси, это 29 мая по 2 июня, и где уже будет, скажем, сформирована команда для участия в чемпионате Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет. Затем у них еще в этом сезоне в городе Баска и Румыния состоится чемпионат мира среди юниоров и молодежи до 23 лет. Взрослые наши спортсмены, значит, также принимают участие, как я уже говорил ранее, в чемпионате Республики Беларусь, затем во вторых европейских играх. И основной старт, где состоится отбор на Олимпийские игры, это чемпионат мира, который состоится в Сегете в августе месяце, это Венгрия. Республиканская матчевая встреча по одной из дисциплин конного спорта – выездки – пройдет в Гомеле. Состязаться спортсмены будут в областном центре Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Награды будут оспаривать 5 команд – хозяева, а также дружины Витебской и Гродненской областей. Столичный регион представят 2 команды. 17 мая соревнования стартуют в 10:00, 18 мая – в 9:00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».